Так, я просматривал ваши ответы, отзывы, и там развернулась целая такая дискуссия насчет там приема мочи. Значит, пишут, что это нелогично, это не физиологично. А я вам, знаете, скажу, что здесь вы, вернее, как бы лучше сказать, и логику, и физиологию вы прочитали из книг, и у вас сложилось свое собственное мнение по прочтенному. А вот когда вы будете пробовать вот этот процесс на себе, то у вас сложится и другая логика, и вы поймете совершенно иную физиологию. Вот смотрите, так как я это применял и изнутри это все прочувствовал, физиология. Вы думаете, что, ну говорят так, вместе с мочой выходят шлаки из организма, и назад водить эти шлаки нецелесообразно, мол, это не физиологично. Смотрите, здесь какая вещь. А мы возьмем следующее, что вместе с мочой выводятся так называемые назоды, те вещества, которые, как, ну, как бы сказать, как прививка, поработали уже над какими-то там болезненными состояниями вашего организма, и при введении их внутрь, то есть своеобразная прививка, только не через укол, а через прием собственной урины, позволяет воздействовать дополнительно на организм человека. Это один механизм. Второе. Когда вы принимаете даже, пусть, допустим, насыщенную там солями, отходами урину, это не значит, что она сразу всосалась в кровь вместе со всеми там этими шлаками, отходами и так далее, и пошла в почки, и опять нагрузка на почки. Ничего подобного. Это я убедился на своей практике. Наоборот, когда вы, особенно на голодании, принимаете урину, она становится соленая, так как много сбрасывается солей, там, знаете, такая ядреная. Как она действует? Она действует как солевое слабительное в желудочно-кишечном тракте, дополнительно очищая его. Ничего у нас не всасывается назад через кишечную стенку. Кишечная стенка задерживает это все. И выбрасывается, значит, через анус. Все, то есть через толстый кишечник все это вышло наружу. Это вы почувствуете, увидите, когда будете этим заниматься. А так как вы не занимались, у вас какие угодно там мысли, какие угодно там эти самые умозаключения. Практика показывает совершенно иное. Всасывается же чистая вода. И более того, вот эта вода, которая опять всосалась, она уже, смотрите, была обработана почками. Она стала мягкой. Просто насыщена разного рода солями и веществами, которые через кишечник сбросилась, всосалась чистейшая вода, которая промывает ваши почки, оздоравливает их. Понимаете, она, оказывается, благотворно влияет на почки, оздоравливает их, а не уничтожает. То есть, когда человек это ничего не делал, он такую чушь несет, понимаете, и физиологию. Вы думаете, современная наука знает физиологию? Может быть, единицы там знают физиологию более-менее там, как она там все это работает. Большинство же специалистов ее нифига не знает. А врачи тем более, постольку-поскольку вот там сказали, все, значит, этого там достаточно, мы вам будем говорить и так далее. Мы не знаем тонкую физиологию, вообще не знаем ее. А это как в айсберге скрытая часть, которая влияет. Мы только немножечко знаем физиологию ту физического тела. И то не можем сопоставить, как это там работает, и думаем, что вот это вот мы сделаем там на уровне того-то, того-то, и будет то-то. А работает она совсем по-иному. И когда ты начинаешь на практике это все проверять, получается совершенно иная картина.
Поэтому, если вы хотите действительно что-то познать для себя, прочитали там мнение того, сего, пятого, десятого, так, и возьмите, опробуйте это. И когда вот опробуйте, это появится ваше знание, ваше суждение. И тогда вы можете сказать, да, это работает или это не работает, это помогает, это не помогает, или это помогает в том случае, а в этом она бессильна. То есть мне было интересно узнать, насколько она работает. И для себя я узнал. Узнайте для себя, а не галдите, это вредно, это полезно, это физиологично или это нелогично.